Центр содействия семейному устройству «Наш дом» стал лидером всероссийской акции «Добровольцы детям». Он победил в номинации «Открытые двери для друзей». Проект, с которым участвовала региональная организация «Комната моей мечты», был реализован при помощи нефтяной компании «Башнефтьполюс» в прошлом году. Напомню, в его рамках воспитанники центра получили комнаты, которые рисовали в своих фантазиях. Сегодня, в день спонтанного проявления доброты, победители получили заслуженную награду. Большое спасибо за вашу работу. Вы, правда, большие молодцы. С большим уважением к вашему коллективу. А к детям с большой любовью. Спасибо. Спасибо. Утро понедельника в Центре содействия семейному устройству «Наш дом» началось с приятных сюрпризов. Вручение диплома победителя всероссийской акции «Добровольцы детям». Координатором акции в Ненецком округе выступил ресурсный центр поддержки добровольчества. Собрали информацию, направили ее, и организаторы акции выдвинули Центр содействия семейному устройству «Наш дом» в лидеры номинации. Мы очень рады, для нас это тоже было неожиданностью. Мы рады сегодня вручить эту награду детям и воспитателям. Проект, в рамках которого были исполнены детские мечты, ожившие с рисунков воспитанников нашего дома жилые комнаты, а также места общего пользования, среди которых и зал отдыха, был реализован в прошлом году. Летом была проведена на самом деле очень огромная работа. Всем коллективом, то есть мы клеили обои, мы шили портьеры, мы очень готовились к встрече детей. И когда детки приехали у нас летом после летнего отдыха, это был огромным таким приятным сюрпризом. Сейчас в центре «Наш дом» проживает 57 человек. По словам руководителя учреждения Татьяны Гашевой, реализация подобных проектов помогает детям легче социализироваться. Вот эта совместная работа, совместная попытка вживаться в коллектив через смену обстановки, через умение готовить здесь же дома, оно, конечно же, будет способствовать лучшей социализации детей, когда они будут уходить в жизнь. Ребята, которые в прошлом году рисовали комнаты своей мечты, отметили в учреждении, уже устроены в семьи. О семье мечтает и первоклассник, воспитанник нашего дома Максим Тайбарей. Рассматривая принесенные гостями подарки, мальчишка тут же начинает фантазировать о комнате своей мечты. Фломастеры. Смотри, какие яркие цвета. Значит, комната какая будет? Яркая. Яркая. Ты какие выбрал бы отсюда цвета? Желтый, синий. И красный. Класс. И смотри, здесь еще есть у вас разноцветные листочки. Смотри, какие тоже. Какие ты возьмешь? Какие у тебя? Обои будут в новой комнате мечты. Синие. Синие? Как у всех пацанов синий цвет самый любимый, да? Всероссийская акция «Добровольцы детям», которая направлена на решение задач десятилетия детства, проходит ежегодно. Принять участие в ней могут все желающие. Она состоится с 15 мая по 15 сентября. Мария Владимирова, Вадим Стасюк, телеканал «Север».